Привет, народ! Поздравляю вас с долгожданно наступившей весной, со всеми прошедшими, наступившими праздниками. 23 февраля, 8 марта. Женщин поздравляю. Здоровья желаю. Остальное прирастет. Главное, чтобы здоровье было. Сезон 2019 года начали снимать. В этом году интересные будут ролики, потому что трое из четверых будут ходить с эквиноксами. Приборы еще не освоены, так что будем их осваивать вместе с вами. Вот, планируем залезть под воду, из-за этого, в общем-то, и были они куплены в малые реки, в частности. Вот, а так будем ходить по новым местам, по старым местам. Вот сейчас выкладывал видео, летнее видео, одно из последних, наверное, оставшихся, оставленных, скажем так, на зиму, на холода. Посмотрите, без находок, в принципе, мы там не остались, конечно же. Оцените. Рад, что смотрите, не переключайтесь, подписывайтесь, ставьте пальцы, кому нравится, кому не нравится, все равно да. Оценка, скажем так, того, что мы делаем. Вот. Ну и переходим к просмотру. Здесь такая яма, то ли пруд был, то ли какое-то строение, непонятно. Туда уходил тракт на господский дом. Что-то почитаем. Первый монитос. На полушку похоже. Что-то типа того. Убитенько, к сожалению. Фокус. Фокус. Ну да. Похоже на полушечку. Итак. Монеточка в камушках. Ух ты, вот люб вылезла. Поплевать мне будет. Знаешь, на что похоже? На Катерину. Вот по форм-фактору. Люб, а у тебя нет пшикалки? Есть. О, а мы тут мучаемся. А, у тебя тоже есть? Да, твоя же это. А, тоже есть. И мы мучаемся. Баллоном газу. Вторая империя уже. Язычники, ё-моё, без подношения. Так, мне дорога шла. Да. Железа много здесь. Ну и значит, и было. Шик-шик. Ну, Катерин, похоже. В лесу пока очень комфортно. Очень. А вот такая красота здесь. Ветра. Ветра нет, но он сейчас особо и не нужен. Что там скажешь? Это зеленый кружочек. Я думал, ты тайну нам откроешь, завесу. Ни гурт, ничего не видно. Ну, гурта может и не быть изначально. Гурт рубчатый, косой. Косой. Шнура видно. Да Катя. Ну, убитые. Да шо ты ее знаешь? Да фиг его знает, тут такие окислы. Вот камушки. Под этими камнями может что-то и быть запас. Ты ну, в мыло сунешь? Да, в мыло, в мыло, в мыло. Пойдем Димыча снимать. Что там у меня? Такой сигнал. Ну, за такими сигналами кроются интересные иногда вещи. Прям вообще наверху. Ага, эти дружки. Ольга. Такой сигнал. Да. Ну да ладно. А у тебя там что, тоже сигнал? Не, а, слушай, блин, да, был. Давай. Ладно. Да что там снимать? Нет, там чернин, скорее всего, да. Такая социум. Ладно, сейчас посмотрим. Подячка, что ли? Монитос. Хотя не знаю. Рубль что-то один. Блин, что она убитая. Похоже, да, на ходячку, что ли. Да, ходячка. Ходячка? Ну да. Так глубоко. Ну ладно.
А не совет это? Не-не, хозяйская кабина. Только что, она такая сожранная. 98 год. Нормально. У нас плановая смена питания на терке. На терку уже третий выход. Это все. На батарейках. В лесу пипика не раздается, пиновая. В лесу раздавалась пипика. Ребят, я вот что хотел спросить. Кто знает, вот откуда такие ямы в лесу берутся? Вот они кругом. Я лично считаю, что это остатки. Дерево само сгнило, а ямы после него остались. Да вот что-то как-то странно. Что у тебя, Сань? Пипики. У всех что-то пипикает. Рубашка. Рубашка? Ага. А? Нет. Не рубашка. Каинка. Давай хоть конинку снимем. Дорога ж тут была. Вот и конинка. А, ну да, такая плоскенькая. У вас что, сэр? Уга. Уга? Да. Показываем. Держи. А. А нет, куда я? Как дирка, но больше. А. Как ноль? Ну, у меня есть. У меня есть тоже. Здоровые пуговицы. Сейчас я акума выдам. Канина. Ха-ха, батарейки-то оказались сажены. Такая у нас тут движуха. А что же я их туда засунул? Ну ладно. Так, у нас технический перерыв. Двушечку еще заснимем. Раннее. Че говоришь? Куда, говорит, идти-то? Иди к нам. На голос иди. Тоже сейчас сориентируемся чуть-чуть, а то куда-то убрели. Кругом вот эти ямы. Вон еще одна. Там вот много. Дофига, я не знаю, что это за яма. Ну ладно. Интересный сигнальчик выскочил, Саня. Кусочек чего-то. Сейчас покажу. Очень похоже на ременную накладку такой, кончики. Ну, может быть. Что? Ну такой, черный. Вот с рисунком часть. Каким-то. Более железный. Давай. С рисунком какой-то. Ну, с чем-то, да. Цветочек, что ли, аленький. Вот такая фитюлька. Интересно. Но она расслоилась двойная. И она и была двойная. Потому что была, да. Что там, продолжает? Нет. Стой. Ладно. Смотри, что там за чернина рядом валяется. Побыть цепочки это. Ага. Две цепочки. Надо пином туда пхнуть. Где? Где-то в яме. Сигнал черный, да? Металлическая железа. О, как. Интересно. Все, все. Нет. Какая-то украшалка. Какая-то украшалочка, что ли. Сигнальчик. Рамочник выскочил. Год не ясен. И, к сожалению, да. Иногда встречаются вот такие буреломы. Ну, это не буреломы, конечно, но подзаросшие. Сигнальчик. 30-й год. Пятачок. Пятачок. У вас что, сэр? Ну ладно. Рядом сигнал еще один.
А? На камеру сейчас, да я? Да здесь мы! Что там? Проволока, что ли? Пуговица. Пуговица? Ух ты, ё-моё! О, какая! Серп и молот. И пятак 30-го года. Красноармейцы разобрали. Сигнал зачетный. Давай. Ух ты! Ага. Камень на месте. Прикольно. И такой он гладенький, неизъеденный, прозрачный. Ну да. И оловянный, наверное. Оловянный, деревянный. Такой вот. Пойдет. Молоток забрал? Блин, могу забирать. Я же люблю эти железки. Иди ко мне, моя прелесть. Да, да, вот совершенно. Причем вот зайка, насколько хорошо видно, вот она. Вот дорога. Вот опять эти ямы какие-то огромные. Что они здесь сделали? Непонятно. Сигнальчик был. Саня. 31-й год. Идем на перекресток туда. Идешь, идешь. Вот такая на дереве сидит. Где было? Надо тело. Прикольно. Бабочка, укажи нам, где клад скрыт. Там нет под деревом. Внизу. Нет. Вот идем по дороге. Картина на дне. Что-то нашли. Полтора роста человеческих ямищ. Да интересно же. И пин не видит. Сундучок. С этими, с металлическими окантовочками. Это мы такой сигнал подходим. Обитый железом. Да, обитый железом. А? Обитый железом. Ага. А сундучок-то золотой. Ага. Бриллианты. Кумени. Вышло? Ты что, вышел каменный цветок? Не выходит. Вот такая ямища. Какая-нибудь шмурдина будет. Не исключено. Спина пойдет. Вот это в чернину перебивает. Ну оно ж интересно. Я ж тебе говорю, сундук кованый. Топин на какой стоит, чуйки? Третья полезла. Я знаю, откуда ты яму взялась. На протяжении 10 лет, блядь. Извиняюсь, все копари, которые здесь были, что-то здесь рыли. Вырыли.
О, Вайц что-то засек. Где желтый листочек? Вот минус короткой лопатки. Димыш, может тебе длинную дать? Как три долбоящера железяку пытались откопать. Димыч, на длинную. На! Вот это у нас будни такие. Не, это выходные. Ну, я имею в виду онлайн. Увлекут по полной программе. Что нашел? Возьми длинную лопату. Ты уже не в ту сторону. Нате. Вот, вот в этой стене. Да я ее так вот. Застряла. Интересно. А вам интересно, дорогие телезрители? Что там сейчас будет за хрень? Там возле одной такой ямы мы жесть какую-то нашли. Здорово, Кусман. Честно, он звенел вообще. Капец, глубь. Ах. Ну это, блин, Димыч, должен быть пятак размером с банку. Из-под селедки. Атлантической, да. Тихоокеанской. О! Что-то вообще рядом. Корешок. Ну это железо 100%. Просто из принципа. О, что-то почему-то уже скребешь. Подкол. Да. Обломок подкола. А что он тут делает в АТН? Здесь лошади били. И закопали. Вот как-то так. Хорошая лопата. Спасибо. Кидай. А я цену нашел. Итак, продолжается наше путешествие лесные. Отдыхаем, ходим. Ну, перебрались немножко в другой лес. Сигнальчик. Еще 31-й год. Все прекрасно. Сохранчики. Ребята что-то там колупают. И еще один сигнальчик из этой же ямки. Ну, не из этой, а рядом. Ну, рядом. Ты еще ее и коснул. Ну, это я мог. А год какой? Я пока не вижу. Тут уже 30 какой-то. Вот ее коснул прям по последней цифре. Что такое-то, а? Руки оторвать. 31. На. Убирай. Дудувна, говорю. Так, идем снять. Что-то там. Что там у тебя выскочило? Короче, 10 копеек вообще. Ой, ее совет, что ли? Да. Куда он здесь взялся? Затертенький. Ну да ладно.
постоянно. И с кругом железо. Вот ходим, то есть, то нет. Долгожданная. Что за монета ХЗ? Непонятно. О, какой на пеньке. Красота оранжевая. Под вечер выбрались из леса на поле уже походить. Грунт такой, что только если кайлом пытаться пробить. Деньга, да? Походу. Деньга, деньга. Ножом копать. Ножом копать, да. Деньга. Вот так вот. Вот ямка. У Люб монета. У Димыч монета. Я там еще. внизу помягче. Помягче, да? Хорошие здесь места, но, к сожалению, сохран здесь может быть. Не очень. Ну тоже деньга надо. Деньга, деньга. Копать сюда тоже еду. Где? Там пляжи. Там пляжи, там купаются. Ну, деньги, ну, мои вообще не видно. Что там? Ну, здесь, да, зеленые кружочки. Судя кружочки. По размеру и по остаткам гурта, это деньги. Гурт сетчатый. Похоже. Тоже потому что... Это еще не убитое. Здесь серебро может быть. Здесь серебро может быть, вот. Да, медь здесь, конечно, трэш. Зеленый кружочек. Ну да ладно. Блин. Ладно, к сожалению. Бетон колотим. Бетон колотим ножами. Это уже просто не серьезно. Сигналов уйма, но вырвать их не получается. Парный трэш. Да, это поэтому на сегодня, наверное, хватит. Монет немного. Снимать не будем. Снимать, потому что особо нечего. Но зато вот так хорошо погуляли по лесу. И вообще хорошо. Ладно, всем пока.